Здравствуйте, ребята! Спасибо, что зашли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку, которая называется «О рысь Боле». У старика была дочь-красавица. Жил он с ней тихо и мирно, пока не женился на другой бабе. А та баба была злая ведьма. Не взлюбила она падчерицу, пристала к старику. «Прогони ее из дома, чтоб я ее в глаза не видел». Старик взял, да и выдал свою дочку замуж. Живет она с мужем, да радуется. И родился у них мальчик. А ведьма еще пуще злится. Зависть ей покоя не дает. Улучила она время, обратила свою падчерицу зверем, рысь Поле, и выгнала в дремучий лес. А в падчерице на платье нарядила свою дочь и подставила ее вместо стариковой дочери. Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди, никто обмана не заметил. Только старая мамка одна смекнула, а сказать боится. С того самого дня, как только ребенок проголодается, мамка понесет его к лесу и запоет. «А рысь Поле, дитя кричит, пить есть хочет». А рысь Поле прибежит, сбросит свою шкурку под колоду, возьмет мальчика, накормит, после наденет опять шкурку и уйдет в лес. «Куда эта мамка с ребенком ходит?» – думает отец. Стал за ней присматривать и увидел, как а рысь Поле прибежала, сбросила с себя шкурку, стала кормить малютку. Отец подкрался из кустов, схватил шкурку и спалил ее. «Ах, что-то дымом пахнет, не как моя шкурка горит», — говорит рысь Поле. «Нет», — отвечает мамка, — «это верно, дровосеки лес подожгли». Шкурка сгорела, а рысь Поле приняла прежний вид и рассказала все мужу. Тотчас собрались люди, схватили ведьму и прогнали ее вместе с ее дочерью. Тут и сказочке конец. А кто слушал, тот молодец.